Добрый день, дорогие подписчики моего канала. Сегодня будет обзор велосипеда Cube Acid 29. На велосипеде был заменен вынос Cube Performance 31.8 с подъемом 17 градусов. Вот я вам показываю вынос. Вот так он на расстоянии выглядит. На руле установлен счетчик ВДО. К счетчику в комплекте идет сенсор, тоже фирмы ВДО, производство Германия. На спице установлен магнит. Сенсор считывает показания. Здесь вот в этом месте есть лампочка, она мигает зеленым. Когда колесо вращается, мигает зеленым. Далее в сенсоре стоит элемент питания. Установлен он вот здесь. Отворачивается на полоборота крышка. Можно иметь доступ к батарейному отсеку. Такая же крышка в точности стоит на самом счетчике. Далее вилка RockShox Recon Air Silver с блокировкой. Вот мы видим блокировку на вилке. На руле имеется кнопка. Вот она кнопка. Вилка блокируется. По бездорожью можно сбросить блокировку, а по асфальту желательно заблокировать. Далее на руле у нас стоит фонарь Феникс БТР-20. восемьсот люмен фонарь выдает. Вот такой вот цветовой поток у него. Минимальный. И дальше идет на увеличение. И мигающий. Далее. От фонаря идет выносная кнопка. Вот она. Нажимая на кнопку, мы включаем фонарь. По крышке Швельбе Smart Sam 2.25. Покрышки неприхотливые. Отлично. По бездорожью проходит. Вообще качество покрышек отменное. Крылья Cube. Переднее крыло. Вилка RockShox Recon Air Silver с блокировкой, как я уже говорил. Далее переходим. От фонаря идет удлинитель и непосредственно блок питания с кнопкой, где можно посмотреть, сколько у нас осталось. Вот мы видим, горит 3 точки, при полной зарядке горит 4. Блок заряжается через переходник, который идет в комплекте. Через 220 вольт. Фонарь очень яркий. Далее у нас идет сумка Atabus. Материал нейлон 420 ден. Имеется 3 отделения. Отделение на липучке. Молния.
Там есть клипса для ключей или для чего-либо. Также есть карман, сетка. На обратной стороне есть еще один карман. Вот такой вот потайной карманчик. Небольшая молния. Далее. Замок Абус Бордо 6000 Аларм. К замку идет кодовая карта с ключами. Ключ заказывается непосредственно у производителя. Ключ, замок с сигнализацией. Громкость 100 дБ. Еще один замок внизу, тоже Абус. Бордо Гранит X+ 6500. Это сегментные замки. Оба замка произведены в Германии. Очень качественные. Далее. Штырь подседельный Кубе Performance Post 39 мм. С рисками. Далее шатуны Шимано FCM 522 42-32 24T 175 мм. Каретка Шимано BBES 25 113 мм. Передний переключатель у нас установлен Шимано SLX FD M670 Top Swing. Задний переключатель Шимано XT RD M781 SGS Shadow 10 Speed. 10-скоростная система. Тормоза на велосипеде установлены Шимано. Передний тормоз Шимано BRM 395, гидравлика, диск брейк. Диск установлен 160 мм. Задний тормоз Шимано BRM 395, гидравлика, тоже диск 160 мм. Колодки. Задние Шимано БРМ. Шимано B01S. Резин CS04 LG PC. Это задние колодки. Как их вынуть? Здесь вот стоит штырек. Просто пассатижами вынимаете, и колодка сверху вынимается. Ничего сложного нет. За колодками рекомендую следить. Подножка Cube. Передняя колодка Шимано B01S резин CS03 LG EN. Тоже также стоит штырек, который легко вынимается пассатижами. Вот эта вот часть, которая согнута, вот мы ее видно, этот усик, он легко
потом загибается в это же положение и все держится. Цепь на велосипеде установлена Shimano CN HG54. Педали установлены Outhor. Передний переключатель Shimano SLX FD M670 Top Swing. Я уже про него говорил. Вот так вот он выглядит. И показываю саму систему звезды. Вообще, как выбрать замок на велосипед? Надо исходить из той стоимости велосипеда, то есть сколько ваш велосипед стоит. Вы считаете 10%, вот столько должен стоить замок на велосипед. Стоимость вот этого вот замка говорить не буду, но замок дорогой. Он себя оправдал. Залезть в батарейный отсек невозможно при включенном замке. Вот такой вот на сегодня обзор. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.